Что делать, если щенок не хочет за вами выходить из комнаты, а вам нужно закрыть дверь? Говорим: Багир, выходи, 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 не хочет. Тогда закрываем двери просто. Важно, чтобы в комнате никого не было и не было у нее там никакого интереса. И стоим тихонько, ждем. Вот она села под дверь. Теперь открываем. Выходи. Боясь остаться один, щенок выходит из комнаты. Так можно сделать несколько раз. Важно, чтобы в комнате никого больше не было. Вот, и она там не была увлечена какой-то штучкой, которую она у вас могла стащить. Просто отвлеките от какой-то, от занятия какого-то, либо дайте команду фу, если она трогает какие-то вещи. Пригласите выйти. Если она этого не делает, опять закрывайте двери. И боясь остаться вот в этой комнате, без какого-либо интереса, щенок будет потом в следующий раз уже выходить. Давайте еще раз проверим. Багир, выходи. Выходи. Это, правда, ее там место. Это ночное у нее место. Вот она подошла, сидит. Теперь говорю: выходи. Все. Она выходит. И так можно сделать несколько раз. Тогда щенок будет знать, что при первом приглашении, когда его пригласили, он не вышел, он останется один. Это ему не нравится. Как правило, они очень такие компанейские.